Вот очень хорошее есть место для отдыха. Вот смотрите, вот в таких вот местах можно бронировать, можно приготовить шашлыки и занимать вот такие небольшие комнатки на природе. Показываю обзор этого места отдыха. Вот такая настоящая горная река. Смотрите, она такая стремительная. Вот в таких местах можно уже действительно наслаждаться красотой природы. Продолжаю показывать обзор этого шикарнейшего места отдыха. Вот в летнее время даже можно на этой речке и покупаться. Но течение здесь очень большое, конечно. Сегодня 1 мая. Отдых в горах.